Умники и умницы Сурского края. В Пензе стартует юбилейный 5-й сезон всероссийской игры. В 2020 году все интеллектуальные баталии проходили дистанционно, но теперь они возвращаются в очный формат. Что ждет участников и зрителей на этот раз, обсудили в очередном выпуске программы «Экспресс-тема», гостем которого стал директор Центра естественно-математического образования Института регионального развития Пензенской области и ведущий игры в нашем регионе Дмитрий Кондратов. В прошлом году дистанционно игра прошла. Году памяти и славы посвящается. Естественно, игра была посвящена Великой Отечественной войне. Да. А в этом году 180-летие Василия Осиповича Ключевского, нашего великого историка-земляка. Игра называется «Ключевский и его время». Подробнее о формате интеллектуальной олимпиады в Сурском крае, ее истории, а также успехах школьников из Пензенской области на всероссийском этапе узнаете после первого вечернего выпуска программы «События» в 17:55. Кстати, и сами игры 5-го сезона вы увидите на нашем телеканале.